насупых шабрец вам щеляна хохойт. Море даровало. Уникальные свойства человеческой природы. Важнейшая составная часть нашего мировоззрения. Неиссякаемый, мощный источник веры насыщает все народы планеты. Но у каждого источника есть свое начало. Христианство пришло в Абхазию в первые века с двумя учениками Иисуса Христа, апостолами Андреем Первозванным и Симоном Канонитом. Позже иерусалимский монах Епифаний, изучив маршрут, которым прошел апостол Андрей Первозванный, повторит его. В своем труде Епифаний напишет: «Симон и Андрей пошли в Аланию и в город Фуст, и, сотворив там много чудес и научив многих, отправились в Абазгию. И вошедший в великий Себастополис учили Слову Божьему. Андрей, оставив там Симона, пошел с учениками в Зикхию». Проповедуя в Себастополисе, ныне Сухум, Симон Канонит вызвал негодование начальника римского гарнизона. От преследования апостол вынужден скрываться в пещерном гроте в Анакопии, Новом Афоне. Там он живет, проповедует и первым начинает крестить местных жителей, предков современных абхазов. Там же, по преданию, он принимает мученическую смерть от рук римских легионеров. Епифаний сообщает, что местонахождением гробницы святого Симона Канонита является Никопсия, город, располагавшийся на территории между современным Новым Афоном и Анапой. Это была древняя крепость с названием Анакопия. В IX-X веках на месте погребения Симона Канонита возводится храм. Грот, в котором молился апостол, существует и в наши дни, являясь местом поклонения для многих людей. Некоторые византийские источники сообщают, что в Себастополисе проповедовал и скончался апостол Матфий. Он был одним из 70 учеников Иисуса Христа. Проникновение христианства в Абхазию продолжалось и во времена императора Диоклетиана, который яро преследовал христиан. Сюда, на окраину империи, римские власти ссылали неугодных им последователей Христа – проповедников, воинов и чиновников. В их числе оказались воины-христиане Арентий и шестеро его братьев, которые попали в немилость, отказавшись совершить языческое жертвоприношение. Братья выдержали пытки, не отреклись от веры и были сосланы в Питиунд. Известно, что двое погребены в Питиунде
ныне город Пицунда, а один в Зиганисе, ныне село Гудава. Церковные источники сообщают и о том, что великий учитель церкви святитель Иоанн Златоуст в 407 году был сослан в Питиунд. По дороге туда он скончался в местечке Каманы, по одной из версий близ Сухумы. Позже его мощи перевозят в Константинополь. Есть сведения о ссылке в Абхазию святого мученика Евгения Трапезунского с соратниками, антиохийского патриарха, еретика Петра Ганафеса и полководца времен Юстиниана Великого Бесса. Возможно, были и другие, но их имена не дошли до нас. Это время зарождения первых христианских общин в Абхазии. В самом начале IV века в Питиунде образуется церковная община во главе с епископом Сафронием. Другой епископ, питиунский Стратофил, в 325 году участвует в Первом Вселенском соборе в городе Никея. Его имя упоминается в списках из числа 318 епископов тогдашнего христианского мира. Пицунская епископия, древнейшая христианская община на Кавказе, в то время подчиняется главе Понтийской церкви, архиепископу Кесарии Каппадокийской. В V веке в Севастополисе возникает еще одна христианская община во главе с епископом Кирконием, который значится в списках IV Вселенского собора. Самые ранние христианские церкви Абхазии находятся в Пицунде. С IV по VII век здесь воздвигаются 7 храмов. Именно отсюда, из Пицунды, учение Христа начинает распространяться вглубь страны. Христианизация абхазских племен завершилась в середине VI века при византийском императоре Юстиниане Великом. Византийский историк Прокопий Кесарийский писал об этом в своей книге «Война с готами». При ныне царствующем императоре Юстиниане все отношения у абазгов облеклись в более мягкие формы. Они приняли христианскую веру. Тогда же, пишет Прокопий, император Юстиниан воздвиг у абазгов храм Богородицы и, назначив к ним священников, добился того, чтобы они приняли весь христианский образ жизни. Создана Абаскская епархия с кафедры в городе Севастополисе. Абаскский архиепископ подчиняется Константинопольскому патриарху. Кроме того, император Юстиниан учредил в Константинополе специальную школу, в которой абхазским детям дают церковное образование. К этому времени Пицунда теряет значение главного христианского центра Абхазии. Эстафета передается Севастополису. К VII веку в состав Абаскской епархии входят Цандрипская, Пицунская, Анакопийская, Севастопольская, Цибельдинская и Гайносская епископские кафедры. Каждая епископия имеет свой кафедральный храм, а в списке епархии Константинопольской церкви Абаскская епархия значится под 34-м номером. Ученик знаменитого византийского богослова Максима Исповедника, святой Анастасий, священник из Рима, в том же VII веке пишет об Абхазии как о стране христолюбивых абазгов, а об ее правителях как о христолюбивых предводителях. В VIII веке образуется Абхазское царство и возникает потребность в собственном патриархе для возведения на престол абаскских правителей. Необходимо добиться автокефалии своей церкви, но получить ее из Константинополя невозможно. Тогда абаскские правители отправляют посольство в Антиохию, независимую тогда от Византии. Патриарх антиохийский Макарий так излагает это событие. Давид, царь абхазский,
послал в Антиохию для рукоположения в епископы многих лиц. Но дорогой на них напали разбойники, отняли дары и убили всех, за исключением только двух, которые, убежав от разбойников, прибыли в Антиохию и сообщили патриарху о постигшем их горе. Также они сообщили, что их страна сильно страдает от неимения такого лица, который бы рукополагал епископов для Абхазии. Патриарх Антиохии созывает собор, на котором принимает постановление рукоположить для абхазов самостоятельного католикоса, уполномоченного рукополагать архиереев для собственного народа. Им становится Иоанн, первый католикос Абхазии. Это событие знаменует начало расцвета христианства в Абхазии. Отныне абхазские цари возводят храмы, которые сегодня являются уникальными памятниками христианского зодчества. Жемчужина архитектуры – Мокфский храм, был построен абхазским царем Леоном III. Бедийский собор, построен во времена царя Баграта III. Храм в Кумурдо на границе с Арменией строит тот же Леон III. Лыхнинский, Бзыбский, Пицунский, Мокфский, Анакопийские храмы являются лучшими памятниками абхазского зодчества, сформировавшегося на основе византийской традиции. С того времени богослужения в храмах ведутся на греческом и абхазском языках. К сожалению, до нас не дошли богослужебные книги того времени. Однако сохранилось свидетельство IX века, дошедшее к нам из жизнеописания святого Кирилла, просветителя славян. Его вызвали в Венецию на собор и потребовали объяснить, на каком основании он создает письменность и переводит книги для славянских народов. Святой Кирилл, защищая свою правоту, говорил о том, что существуют христианские народы, которые служат Богу на своих родных языках и имеют для этого книги. Среди названных им народов были и абазги. Кроме того, доподлинно известно, что абхазские цари вели переписку с константинопольским патриархом Николаем Мистиком. Без всякого сомнения, в то время у абхазов уже была своя богослужебная литература, утраченная во времена упадка и разорения христианской культуры. В конце X века формируется объединенное Абхазо-Картвельское государство, в котором постепенно усиливается роль картвелов и грузинской церковной культуры. Начинаются темные века в истории христианства в Абхазии. Сведения о церковной жизни в этот период отрывочные. В 1390 году на Пицунский престол возведен католикос Арсений. Он, как и все его преемники, был выходцем из Западной Грузии. В 1454 году турецкий флот высаживается у берегов Севастополиса. Турки захватывают город и переименовывают его в Сухум-Кале. Христианство постепенно вытесняется исламом, а кафедра главы Абхазской церкви переносится из Пицунды в Кутаиси. Несколько столетий в Абхазии не будет ни своих епископов, ни действующих приходов. Турки жгут и грабят опустевшие христианские храмы. В середине 17 века антиохийский патриарх Макарий по пути в Москву проезжает Абхазию. Сохранилось описание его путешествия. Абхазский владетельный князь пришел к Макарию и просил рукоположить епископа для своего народа. Патриарх откликается на просьбу и рукополагает епископа для Абхазии. В 1795 году в Киево-Печерской лавре умирает последний абхазский католикос Максим II, и Абхазская церковь с кафедрой в Пицунде прекращает свое существование. С конца 18 века Кавказ становится ареной боевых действий. Сначала русско-турецкая, а потом и Кавказская война опаляют Черноморское побережье. Церковная жизнь практически парализована. В Абхазии действующими на тот момент остаются всего три храма – Пицунский, Лыхнинский и Илорский. Возрождение церковной жизни начинается после вхождения Абхазии в состав Российской империи в 1810 году,
А уже в 1851 году создается Абхазская епархия в составе Русской Православной Церкви. В 1869 году управление Абхазской епархии поручено эмеретинскому епископу Гавриилу, который приложил немало усилий для возрождения христианства в Абхазии. Он открывает новые приходы и крестит абхазов. Обществом восстановления православного христианства на Кавказе строятся храмы в нескольких абхазских деревнях. Появляются первые представители абхазского духовенства. В 1875 году русские монахи из греческого Афона приступают к строительству монастыря святого апостола Симона Канонита в местечке Псырцха. В 1888 году строящийся монастырь посещает император Александр III. Стены главного собора монастыря в честь святого Пантелеймона покрыты прекрасными росписями, которые сохранились и в наши дни. К концу столетия монастырь полностью достроен. Он становится одним из крупнейших религиозных центров на Черноморском побережье Кавказа. В 1885 году Абхазская епархия получает название Сухумской, и просуществует она до 1917 года. В это время в Абхазии идет активная религиозная деятельность. Открываются и восстанавливаются храмы, переводятся и издаются богослужебная и церковная литература, идет строительство крупных монастырей, двух мужских в Новом Афоне и Дранде, и двух женских в Каманах и Мокве. При монастырях создаются церковно-приходские школы. Появляются священнослужители абхазы. К 1917 году на территории Абхазии действует более 60 абхазских церковных общин. В результате революции в 1917 году образовывается Грузинская Демократическая Республика. Вслед за этим грузинская церковь откалывается от Российской Православной Церкви и объявляет о своей независимости. Она просуществует в статусе раскольнической и непризнанной церкви около 26 лет. В 1918 году Абхазия находится под оккупацией грузинских меньшевиков, и неканоническая грузинская церковь создает Цхумо-Абхазскую епархию. Приход к власти большевиков трагическим образом сказывается на церковной жизни. Священнослужителей высылают и убивают, а храмы и монастыри закрываются. В 1943 году русская церковь признает автокефальность грузинской церкви, и все храмы на территории Абхазии, объединенные в составе Сухумо-Абхазской епархии, передаются в ее подчинение. Таким образом, Абхазская церковь входит в состав грузинской только в 1943 году. Грузино-абхазская война явилась тяжелым испытанием для всего абхазского народа. В это время все грузинские священнослужители покидают Абхазию. Остаются только 4 священника. Иерей Виссарион Аплия служит в Гудаутской церкви, священник Павел служит в Гагрском храме, игумен Виталий в Сухумском кафедральном соборе, а протоиерей Петр является настоятелем Лыхнинского храма. В 1998 году создается епархиальный совет Сухумо-Абхазской епархии, принимается устав. За послевоенные годы появляются более 10 абхазских священнослужителей. Им предстоит медленный и трудный процесс возрождения храмов и возвращения людей в лоно Православной Церкви. В 1994 году открывается Новоафонский мужской монастырь, а в 2001 году – Каманский. В 2000 году берет свое начало издательство абхазской епархии «Стратофил», где издаются научные монографии по истории абхазской церкви, богослужебная литература и детская Библия на абхазском языке. В 2002 году открывается Новоафонское духовное училище, а в 2003 году при училище начинает работать регенская школа. В храмах возобновляется богослужение на абхазском языке.
Сегодня на территории Абхазии из более 150 храмов действует 15 храмов и 2 мужских монастыря, а духовенство насчитывает 15 человек. Несмотря на все старания, Абхазская церковь по-прежнему находится в сложной и парадоксальной ситуации. Население просит прислать священников в храмы, но их не хватает на все приходы. Это связано с тем, что с 1993 года у Абхазии нет своего епископа, который мог бы рукополагать необходимое число клириков. Русская православная церковь помогает абхазам получать церковное образование и рукополагать кандидатов в священный сан. Но грузинская церковь не желает решения абхазского церковного вопроса, а русская церковь не может активно принять участие в этом, поскольку признает территорию Абхазии канонической частью грузинской церкви, и абхазскому духовенству не позволяют обратиться за помощью к Вселенскому патриарху, который в силах решить насущный вопрос автокефалии для Абхазской церкви. По этому поводу 15 мая 2011 года в Новом Афоне состоялось церковно-народное собрание. Его инициировали архимандрит Дорофей, Дбар, иеромонах Андрей, Ампар, иеродиакон Давид, Сарсания и монахи Новоафонского монастыря. По решению собрания была создана священная митрополия Абхазии с кафедрой в Анакопии. Задача митрополии – добиться рукоположения абхазского епископа и поэтапно преобразовать митрополию в самостоятельную абхазскую православную церковь. Несмотря на трудности и парадоксы современной жизни, Абхазская церковь возрождается. Храмы полны прихожан, в них ведутся службы, и наряду с русским и греческим богослужебным языком под сводами звучит абхазский язык. У священнослужителей много работы, ведь люди не перестают рождаться и умирать, и, как и тысячу лет назад, им нужна вера, надежда и любовь.